Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Геометрия 10-11 класс. Это на сеанс задание 355. Итак, нам дан параллелепипед ABCD, A1B1, C1, D1. Параллелепипед. И нам нужно ответить на вопрос, какие из следующих трех векторов компланарны. Итак, векторы А, А, 1, вектор CC1 и вектор BB1. По определению компланарных векторов, такими векторами компланарными называются такие векторы, которые, будучи отложенными от одной точки, оказываются лежащими в одной плоскости. Тогда мы векторы, вот эти векторы, можем заменить. Ну, вектор АА1 оставляем без изменения, поскольку вектор CC1 равен вектору АА1, мы его заменим на вектор АА1. И вектор BB1 тоже можем заменить вектором АА1, так как это тоже равные векторы, потому что они лежат на боковых гранях параллелепипеда, которые равны и параллельны. Таким образом, вот эти векторы лежат в одной плоскости. Следовательно, векторы А, А1, СС1 и вектор Б, Б1 компланарны. Пункт Б. Теперь рассмотрим векторы АБ, АД и вектор АА1. Эти все векторы уже отложены от одной точки, и при этом АБ, АД и АА1 не лежат в одной плоскости. Тогда отсюда следует, что АБ, АД и АА1 не компланарны. Пункт В. Теперь векторы B1, B, векторы AC и вектор DD1. Из этих трех векторов, если мы рассмотрим векторы B1, B и вектор D, D1, эти векторы будут коллинеарными, потому что на самом деле это противоположные векторы. Но тогда по этой причине векторы B1, B, AC и вектор D, D1 будут компланарными. И последний пункт Г. Векторы АД, вектор СС1 и вектор А1, Б1. Если мы отложим эти векторы от точки А, то вектор АД мы оставляем без изменения. Вектор CC1 заменим равным ему вектором АА1. А вектор А1Б1 заменим равным ему вектором АБ. То тогда вот эти три вектора АД, АА1 и АБ не лежат в одной плоскости, следовательно, вот эти векторы, которые нам даны, векторы АД, СС1 и вектор А1Б1, не компланарны. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.